Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 761. Нам нужно доказать, что если А, Б, С, Д – это произвольные точки, то выполняется равенство. Вектор А, Б плюс вектор Б, С плюс вектор С, Д и плюс вектор Д, А. Сумма этих векторов равна нулю. Ну, отметим произвольные точки А, Б, С, Д. Теперь построим вектор А, Б. Вектор Б, С. С, Д. И вектор Д, А. Поскольку векторы построены так, что начало последующего вектора совпадает с концом предыдущего вектора, и при этом начало первого вектора совпадает с концом последнего вектора, то сумма таких векторов в соответствии с правилом многоугольника равна нулевому вектору. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.